указатель, поворачиваем направо. Видите, вот эта часть отеля, она загорожена. И пошли, допустим, наверное, на Ламай, на Чавенг, Чавенгной. Нам не повезло. Ну, сейчас купим воды и поедем в другой Теско. Друзья, всем привет! Вы вновь на канале «Жизнь за границей». Наконец-то с сегодняшнего дня будут открыты все пляжи. И на один из которых мы сегодня приехали. Это Silver Beach. Заходим мы опять через такой вот прекрасный резортик. Сейчас посмотрим, как выглядит сам пляж. Такая вот ель интересная, мохнатая. Такая огородка, загороженная территория. Но есть вот, смотри, указатель. Поворачиваем направо. Смотри, какая качелька, да? Интересная. Класс. Сильвер. Зачем это загородка? Зачем загородка? Да. Ну, чтобы много людей не проходило, видимо. В принципе, здесь и так, я смотрю, мало людей. Видишь, да, такая тишина. Вообще тишина. Все закрыто. Точно, гамак, слушай, тоже закрыт. Его уже нет. Ну, да, гамака нету, кстати. Качелька тоже сорвана. Я, ну да, кафешка открыта. Сейчас сядешь туда, мороженое поешь, да? В тенек. Ну, конечно, в тенек. А я пойду поснимаю пляж и выйду в прямой эфир к нашим подписчикам. Друзья, также не забывайте подписываться на наш канал. Оставляйте обязательно свои комментарии под каждым видео. Нам это безумно нужно. Для того, чтобы наши видео поднимались наверх и их видело больше количество зрителей. Ставьте лайки. На данный момент нас смотрят 60% всех зрителей, просто зрителей, то есть те люди, которые не подписались на нас. И 40% это наши подписчики. Эта цифра растет в сторону подписчиков, мы очень рады. Так что, ребят, переходите из... Значит, зрителей в сторону подписчиков, мы будем очень благодарны, ребята. А мы продолжаем снимать для вас новые и новые видео. Кристина тут заказала мороженку, озадачила официантов. А, она унесла, да? С лимоном, да, с лаймом. Вот такую вот. Не могли они ничего вытащить, пошли вытаскивать уже за стол. А я сейчас, наверное, пойду, пока Кристина сидит, я пойду поснимаю прям сам пляж. Сколько здесь туристов. Сейчас, на данный момент, ребят, как вы видите, смотрите, какая отмель, отлив на пляже. На этом. Есть небольшое количество туристов. Но я думаю, что в ближайшее время все восстановится, туристы придут на этот пляж, вот, так как все-таки отели, как вы видите, вот эта часть отеля, она загорожена, но пляж классный, конечно. А, пройдем, погуляем до тех вот скал, посмотрим, как оттуда у нас вид какой будет. Там дальше, как вы видите, до сих пор еще огорожено лентой бунгало. Какая-то компания тайцев гуляют. Отмель, вот отмель говорю, отлив большой. Сейчас у нас где-то примерно 3:30 дня. Ух, какая жижа. Жесть, это что такое? Да, какая-то пленка при входе. Странно. Что это такое? Окей, идем дальше. Абсолютная тишина. Все еще особо туристов нет. Это тоже один из главных ресторанчиков этого пляжа. Тоже закрыт. Не работает. Почему, конечно, непонятно. Хотя все отели, может быть, конечно, какие-то правила и есть касающиеся некоторых отелей,
Вот Карма Бич, насколько я знаю, они открыты. Единственное, что проблема в том, что бассейном нельзя пользоваться. Вот, если идти с Кристиной туда, то смысла нет, потому что, ну, она в основном ходит в Карму ради бассейна. Сегодня тоже еле-еле вытащил ее на прогулку. Вот, сейчас мы еще помимо пляжа заедем в магазин Теска Лотос на Ламай. Посмотрим, работает ли там магазин Мистер DIY. Самый большой магазин на острове с такими игрушками, поделками, так скажем. И поснимаем для вас обзор. Если, конечно, удастся, если он открыт. Красота какая, а? Ребят, все чистое, прозрачное море. Водичка. Туристов ноль практически. Отлив, наверное, просто огромное количество туристов перешли на другой пляж, скорее всего. Приехали сюда, увидели, какое состояние воды. И пошли, допустим, наверное, на Ламай, на Чавенг, Чавенг-Ной. На Чавенг-Ной, наверное, сейчас огромное количество туристов. Собственно, вот так вот на 4 мая выглядит пляж Сильвер Бич. Бухточка небольшая. Абсолютная тишина, никаких волн сегодня нет. Если вот посмотрим с этой стороны, смотрите, какая красота. Абсолютная тишина, птички. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как часто, сколько раз в неделю вы бы хотели видеть нас в прямом эфире. Оставляйте свои мнения, нам это очень-очень важно знать. Отель закрыт, массажки тоже закрыты. И вот такая одинокая надпись. Stay strong, stay healthy. We hope to see you soon. Love from crystalbaysamui.com. С надеждой ждут нас снова в гости, но мы рады бы, но вы закрыты. Какая красота. Так, попробуем прогуляться по водичке. Вот если, да, я думаю, что вот эта вот штука, это какая-то, не знаю, масляная такая пленка, она идет от водорослей. Если зайти дальше, тут вообще отлично. Смотрите, какая кристально чистая водичка. Сейчас, если нам сможем, увидим какие-нибудь рыбки, каких-нибудь рыбок. Пока нет ни рыбок, никого. Не очень нам, конечно, повезло. О, собаки ведь пришли. Что тебе надо? Собаки на каждом пляже по паре собак точно есть. Вон третью вижу. Ох ты, тут вообще какая-то пленка, конечно, не очень. Да, скорее всего, это просто от водорослей. Такая краска. Туристы сидят в ресторане за столиками. Официанты принимают заказы. Здесь вообще только вот в этой кафешке мы одни сидим. Кристина уже, наверное, покушала морожку. Что, Кристин, как тебе мороженка? Немало? Ну как тебе мороженка? Вкусно. Тебе быстро дали, да, когда как заказала? Как я ушел? Да? Сразу же принесли. Папе дашь попробовать? Давай. Спасибо. Все, мы отдохнули на пляже. Идем на выход. Смотрите, какие тут классные вилочки. Зверюшки, смотри, на дереве, да? Что это, две, три белочки, две курицы. Ой, смотри, это курица. Фонарь. И это фонарь. Да, курица-фонарь, да, классно. Ой, острые такие. Ага.
Что это? Это острый. А-а. Да, и попугай еще, да, смотри, вот такой вот в вазе. Вот, и едем мы сейчас в Теско, посмотрим. Нет, пап, сначала мы едем в мистер DIY проверить. Сначала ты, мистер DIY находится в Теско. Да, в Теско на Ламае, да. Да, в Теско на Ламае, вот. И посмотрим, работает ли там мистер и DIY. Да, покушаем. Ну, мы поедем, покушаем, наверное, в Теско на Чавен. Вот, посмотрим, как там обстоят дела с фудкортом, можно ли кушать. Угу. Вот, в общем, вот такие дела, вот такие вот у нас планы на данный момент. Смотри, какие попугаи. Угу. Так все здесь уютно, да, смотри. Это наша любимая кошка, ага, с моей подружкой. Мы да, любим да, ее да. перетаскивать. Классно, прикольно. Все, пойдем на выход. Да. Итак, мы приехали уже в Теско Лотус. На Ламай. Посмотрим сейчас, работает ли мистер DIY. Ну, откройся, сезам. К сожалению, ребят, все закрыто. Кристин, иди. Ай, нам не повезло. Ну, сейчас купим воды и поедем в другой Теско. Окей, 36,6, отлично. Кристина, молодец. И такой здесь аппарат стоит, классно. Ага. Ладно, сейчас, наверное, купим что-то, купим воды и поедем в другой Теско, покушаем. Здесь работают, да, но я вижу, что все столы убраны. Не знаю, как будет на Чавенге, посмотрим. Мы еще здесь решили заглянуть, что тут есть по скидкам. Зашли в кондитерскую выпечку. 50% скидки есть на пончики наши любимые. Вот, наверное, их и возьмем. Упаковочку. И пойдем еще что-нибудь посмотрим. Пойдем, Кристин, посмотрим, что тут интересное есть. В общем, на Ламае, в Теско Лотус, конечно, я немножко заблудился. Я тут не знаю, какие полки со скидками, какие обычные цены. Одну полочку мы нашли, а вот и, наверное, и вторая полочка. Вот, как раз, да, нашли полочку с фруктами, с овощами. Киви 11 бат 3 штуки. А это что, манго? Зеленый манго 12 бат 2. 2 манго. Ну и так по мелочи 13 бат. Ну, более-менее что-то можно выбрать интересное. Будешь киви? А? Киви. Смотри, есть желтые яблоки. Давай посмотрим, какая цена. Вот, 54 бата вместо 109. Ну, сомнительная, конечно, скидка. Ничего интересного мы в Теско на Ламае не нашли. Сейчас едем на Чавенг, посмотрим, будет ли работать в нормальном режиме фудкорт на Чавенге. Покушаем и зайдем в сам Теско продуктовый, посмотрим, что интересного там на скидках выставлено. Приехали по пути в Теско, заехали на смотровую площадку между Ламаем и Чавенг-Ноем. Показать вам, какой здесь шикарный вид есть. В общем, сейчас спустимся, постараемся, по крайней мере, спуститься в самый низ, посмотреть. Шикарный вид, да, ребят, открывается. Пишите ваши эмоции, ваши ощущения в комментариях. Ну, через такую вот парочку. Тут охрана, охранник стоит. Обязательно. Очень здорово. По такому вот мостику мы спускаемся вниз. Такой вот, так скажем, набережная, что ли. Какая красота. Стульчики. Смотри, какие собачки. Эй! Ой. Заскулили. Они вон за той собакой бегают, смотрят. Кристин, беседка. Крытая беседка. Да, дождь пойдет, можно здесь укрыться. Ага. У нас уже, смотри, осторожно, Костюш, ступеньки. Луну видно. Видишь? Да, наверх.
На небо посмотри. Какая красота. А здесь вообще шикарно, просто нереально. А пошли на эти камни? Пошли. Сейчас спустимся. Вот, смотри, сколько рыбаков на скале. Вот там чувствуют, рыбы будет много, мне кажется. Финишная прямая, и мы уже практически на скале, на скалах. Смотри, сколько здесь туристов тусуется. От нечего делать. В теньке пережидают, да? Знойную погоду сегодняшнюю, которая была на пляже. Ой, чуть не упал. Крисюш, очень-очень будь аккуратна, пожалуйста. Да, давай спускаемся. Ручку мне давай. Угу. Хорошо, что сейчас сухая погода. Можно спускаться. Ага. Красота, да? Смотри. Вот там рыбаки. Пойдем к рыбакам или в другую сторону? В другую сторону? Пойдем. Уже все, спустились к воде. Посмотрите, как это выглядит все со стороны. Вот с этой вот, с этого мостика мы спустились. Сейчас сделаем пару фотографий и поедем уже в Теско. Ну все. Все, что мы, все, что нам нужно, мы посмотрели. Сейчас поднимаемся наверх по таким вот скалам. Смотри, какие, да? Угу. Опасно, опасно гулять по таким скалам, конечно. Вот, и идем наверх. И в Теско. Посмотрим, что там дают. Какие там скидки есть, кормят ли вообще там на фудкорте. Так, нам сюда на выход. И наверх. Почему камни вот такие-то не как один камень? А потому что это высечено, все волнами высечено. Ну да, все волнами. Волнами? Природа. Как это волны? Да. Ехали мы в Теско. Сейчас поглядим все-таки, открыт ли фудкорт, чтобы просто покушать здесь, за столами. Хотя тоже вряд ли, маловероятна такая ситуация здесь, если на Ламае закрыт фудкорт, то, скорее всего, здесь тоже. Ну, собственно, когда, как я и предполагал, сам фудкорт закрыт. Что? Что такое? А, да, точно. Я забыл совсем. Опять нам надо. В общем, ребят, все печально, когда информация была в открытых источниках. Основные места будут открыты, но по факту, конечно, на самую очень мало что открыто. Фудкорты Теско во всех закрыты. Отели многие до сих пор не работают. Печально, печально. Идем в Теско, посмотрим, какие продукты есть, и уже собираемся домой. Аптеки работают. Ну, само собой, детские площадки, они закрыты. В общем, друзья, не особо нам повезло. Сегодня мы остаемся без продуктов со скидкой. Сейчас едем домой. Заодно, конечно, сейчас заедем в магазин «Все по 20». Кристина решила восстановить свой iPad разбитый. Надо, да, старенький iPad. Надо будет купить зарядку, зарядить. Вот. Ну и посмотреть вообще, что там осталось от него. Друзья, на этом наш влог я буду заканчивать. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить пальчик вверх. Также, ребят, если кто до сих пор еще не подписался на наш канал, подписывайтесь прямо сейчас, нам будет очень приятно. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. Всем пока-пока, увидимся на Самуи.